Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня мы с вами проведем опыт с волшебным шариком. Да, с волшебным воздушным шариком. Для опыта нам понадобится шарик. Да, воздушный шарик, перец, соль. И что-нибудь шерстяное. Сам. Кофта или шарф, как у нас, что вы найдете дома. Для начала мы сделали смесь из перца и соли. Да. Размешали ее так, чтобы невозможно было выбрать ни соль из перца, ни перец из соли. Затем мы начинаем нашим шариком тщательно натирать кофту или вот как в нашем случае шарф. Долго натирали шарик, и теперь смотрите, я его подношу к нашей смеси, и маленькие частички перца, посмотрите, оказываются на шарике. Еще раз попробуем. Снова подносим. Посмотрите, вот они. Вот они наши частички. А теперь послушайте сказку. Почему же так происходит? Жили на свете человечки. Плюсики. Приклеиваем их сюда. Так, приклеиваем. И минусики. Рядышком с минусами, да. Города их были повсюду. И на одежде, и на игрушках, и на ложках с вилками, и на бумаге. Одним словом, везде. Но они были такие маленькие, что нам не видны. Города, что они были нам не видны. Если плюсиков и минусиков в городе было одинаково, то все было спокойно и мирно. А если же минусики перебегали в другой город, а случалось это частенько, то поднималась большая суматоха и неразбериха. Помните, первым делом я начинала тереть шарик о шарф. А что же произошло у нас по сказке? Рядом стояли два города. Назовем их Круглый город и теплый. Да, и теплый город. Минусики из круглого города перебежали в теплый город. Что тут такое началось в круглом городе? Суматоха. Да и в теплом городе тоже не знали, куда деть неуемных жильцов. Когда я подношу шарик в смеси соли и перца, происходит следующее. Минусики из города, его мы назовем городом соли и перца, начинают перебегать на шарик, то есть круглый город, заменяя убежавших жильцов. Таким образом, песчинки перца, мелкие песчинки перца, притягиваются к шарику. То есть это вот эти вот человечки-минусики притягиваются к шарику, к круглому городу. И теперь в круглом городе мир и порядок. А вот в теплом городе и в городе соли и перца, там, да, продолжается суматоха. И она будет до тех пор, пока минусики из других городов не пожалуют к ним в гости. Ну, например, из теплого города в город соли и перца. И только тогда восстановится и там спокойствие. На этом наша сказка-опыт закончилась. Мы прощаемся с вами. Пока! Пока!